сто лет назад, там и жил я всю жизнь, я в этом не виноват. Потом я в садик ходил, и воспитательница думала, что я дебил. А потом пошел я в школу, когда мне было 8 лет, да нет, точнее 7. Я учился на одни двойки и никогда не получал пятерки. Но вдруг я увидел, что есть такое на свете, можно нарисовать на стене рэп. И я ходил с баллончиком всегда и всякую хуйню рисовал на заборе. А потом поехал я жить в город и нарисовал лет там на вагоне слово из 3 букв, оборотень Василий, мое имя, йоу. А потом я начал увлекаться брейкдансом, и на голове я умел вертеться, и на спине я делал вертушку, такую вот на полу в танце. А потом я уехал совсем в другой город жить, и там я начал со всеми друзьями своими новыми дружить. И познакомился с лучшим своим другом, диджей Дровосеком. Но я с ним познакомился совсем не сразу, а только потом я его где-то нашел. И вот мы с ним группу придумали такую, и вот я сейчас вам рэп пою. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. Катался на скейтборде, умел я делать легко свой кикфлип. И все, я прыгал со всяких ступенек и чуть себе жопу в ступеньку не порвал. Но потом однажды я пришел домой и придумал, что можно рифму на стихи наложить. Наложил, попробовал, и ого-го, мне даже самому понравилось, как я это сделал. Многие люди думают, что рэп петь это легко, но это совсем не легко. Однажды я знал, что буду петь рэп, и попробовал, но не умел. И я попробовал петь рэп, у меня не получилось рэп, и поэтому я понял, что надо долго учиться. И я долго учился, и вот сейчас я с вами, теперь вам пою рэп. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова. МС Василий у микрофона атакуют вас и читативом своим снова.